Я готов вернуться, Чуеве. Давай. Привет! Ой, ну что мы можем делать? Солнце, снег, грязь. Естественно, нам надо туда ехать, куда-то туда. В самую солнце, в самый снег, в самую грязь. Сейчас будем еще в лужу заезжать, на замедленочку снимать на 240 кадров. Посмотрим, что там как выглядит. Смотри, я тоже грязная вся. Да, смотри, смотри, потоки вот эти. Это просто дичка! Ебало, вся усаженная, блядь! Там с крышу, блядь, на крышу везде. Там веща пиздала. Задний привод полностью не вывозит. Опа! Полный привод! Какой он классный! Куда я выехал, смотри? Выехал, да. Блять. Что-то там бахает. Там пиздец вещам. Он сюда хочет напрямую? Потише, потише. Огнянька! Вообще есть! Вот это машина, вот это я понимаю. Вот так лежим, чаек пьем, никого не трогаем. Тут херак и заяц к нам приплывает. Ладно бы живой, а то мертвый. Это он просто спит. Он купается. Бухой просто, вчера же суббота была. Блин, жалко, что он там застрял. А то бы я с ним поигрался бы. Хотел всегда, чтобы у меня был зайчик. Ты бы хотел, чтобы у тебя был зайчик? Да. Ты на стрекозу похож. Стрекоза. Скажи что-нибудь под писоном. Шабарган! Ну, красавец. Ну, пока тогда. Пока? Стой! Ты случайно не Марат? Я? Я моего брата. Я Маратик. Маратик. Попади ты, раз ты охуенный такой. Не имею такой цели. Ой, пожар ебаный, блядь. Ебать.
как бы беды не вышло. А заяц остался на месте. Ну что, по нативному полю едем. По нативочке. Фигарим. Пойдем, чё. Косулей, косулей, блин, стадо целое сейчас спугнули. Заснять не успели. Голов 150. Да, и лисы 3. Тысяч. 3000 лис. Вот так поле выглядит в конце марта. Ну, птички. Птички поют. Из-под колес. Так вот едет. Спокойно тащит. Спокойно, кстати, тащит. Уже не жидко спокойно, что-то немножечко вязнет. Не, тащит спокойно. Я чую. Я знаю, что я говорю. А я чую, что он делает. Да, тут клея что-то все глубже и глубже. Тут до нас, видимо, кто-то один раз проехал на тракторе. И мы тоже на тракторе. Да. Ну ладно тогда, что пока. До следующего включения.